Այսօրվա ձեզ հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր ասուլիսը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում ռեստորանային սպորտի հիմնադրման մասին։ Ներկայացնեմ հյուրերին ռեստորանային սպորտի համաշխարհային ֆեդերացիայի նախագահ Իսրայելի ժամանած Ալեքս Ռաբինովիչը, Հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը, Եվրասիական ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սիմակ Սահակյանը և Հայկական ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սեթրակ Մամուլյանը։ Вам слово, господин Владимирович. Пожалуйста. Дорогие друзья, я всех приветствую на великолепной, исторически знаменитой армянской земле, великом городе солнечном Ереване. Хотел бы сказать, что, к сожалению, а может быть и к радости, все, что делалось, все к лучшему, Ереван, Армения присоединилась к ресторанному спорту чуть позже, чем многие. Это уже 28-я национальная федерация, она уже создана. При моей радости мой давний друг Игорь Борисович Бабаханян принял решение и согласился возглавить эту федерацию. Мы вот небольшой командой прибыли сюда, чтобы уже обсудить определенное движение, связанное с развитием федерации в Армении. Со мной рядом вице-президент Евразийской федерации ресторанного спорта Симак Сайбкен. И не нуждается, думаю, в представлении хранитель, великий хранитель и главный повар, я не боюсь этого слова, поскольку шеф – это все-таки французское слово, господин Сидрак, наш гуру кулинарии Армении, я думаю, не представляется к тому, чтобы мы его представляли, его знают все. Вот я бы хотел начать с такого официоза, потому что нам выпала честь. Вчера Сидрак Мамулян получил шестым в мире, подчеркиваю, в мире, это наряду и Томас Гуглер в этом списке, и великий Виктор Беляев, кремлевский шеф, наш замечательный друг, наш гуру, шестым в мире получил знак World Master. World Master – это знак высочайшего уровня мирового, как говорят во Франции, шефа, как говорят у нас, у всех поварского, кулинарного и прочего искусства. Это и предусматривает работу в области сохранения традиций и так далее, и так далее, и так далее. Вот я хотел бы с этого начать и дальше уже двигаться поступательно. Думаю, для официального слова будет интересно то, что федерация уже 2,5 года. Проведено на сегодня 2 чемпионата мира, глобальных чемпионата мира, один в России, другой в Израиле. У нас были победители, у нас красивейший кубок федерации. Мы вошли по результатам уже этого года топ-20 федераций мира по уровню развития. То есть такие федерации, как кёрлинг, бадминтон, уже глубоко за нашей спиной. Вот объяснение очень простое. Поскольку мы движемся по пути проторенному, я как бывший профессиональный хоккеист сделал это по типу НХЛ. Но и самое главное, в отличие от других видов спорта, у нас, насколько я знаю, только в Ереване порядка 3000 ресторанов, кафе и баров, и которым от нас, в принципе, от федерации ничего финансово не нужно. Как тем же бадминтонистам, там шортики, ракетки необходимые, валанчики, у них все есть. И приходя в любое заведение, когда люди входят в федерацию, продвигаются в этом отношении, у них, в принципе, все есть. Плюс помощь федерации, они уже на высокий уровень поднимаются. Так вот, 20-й год у нас чемпионат мира номер 3 в Болгарии. За полгода, даже более до начала, у нас огромный пакет спонсоров от Метро, и там я не буду перечислять, это уже реклама большая. Это у нас турнир в Минске под подтвержденный
евразийский под патронажем руководителя страны. 21 год у нас уже все по-взрослому, но чуть позже об этом. У нас 12 турниров высшего уровня, высшей лиги каждый месяц, и плюс ко всему отборочные и прочее по всему миру. Ну и вчера было очень хорошее событие, мы отметили здесь, в Ереване, год с момента создания Федерации ресторанного спорта Соединенных Штатов Америки. Там развитие идет неплохое, в принципе, мы довольны. Ну а сейчас, я думаю, предоставлю слово, я не ошибусь в этом, президенту Федерации ресторанного спорта этой замечательной страны, Армении. И здесь вы видите, что это еще и офис, и пресс-центр теперь вновь созданной Федерации ресторанного спорта. Борисович, можно? Спасибо за представление. Если петки оценивают, сейчас микрофон спасили Римен Кирюч, Бабинин Барекан, Алекс Рабинович и Арачарка, Крыхаурель, Федерация. Поэтому харцы вероятно մեր մշակույթի մի ճյուղի, մեր մշակույթի մի ոլորտի, սա խոհարարական մշակույթն է, յուրաքանչյուր ազգունի իր խոհարարական արվեստը, եւ դրանով ներկայանում է աշխարհը։ Եվ գիտեք, վերջերս նույնիսկ մեծ պայքար էր ծավալվել մեր որոշ խոհարարական ճաշատեսակների առումով, ադրբեջանցիները փորձում են իրենց վերագրել, չգիտեմ, թուրքերը իրենց, փաստորեն սա այն կարևոր ոլորտն է, երբ որ ցանկացած ժողովուրդ կարողանում են ներկայացնել իր մշակութային նվաճումները հողարական արվեստի առումով, եւ իհարկե սա եւս մի ամբիոն է, մի հարթակ է, որպեսզի մենք կարողանանք ներկայացնել մեր արվեստը եւ դրանով իսկ կարողանանք դուրս գալ միջազգային ասպարեզում մրցակցային հարթակներ։ Մենք նախատեսում ենք արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքներ սկսել, այդ նախապատրաստական աշխատանքները այսինքն աշխարհի առաջնության նախապատրաստական աշխատանքները, եթե մենք մայիսին պետք է արդեն հայկական թիմը մասնակցի աշխարհի առաջնությանը, ապա մենք պետք է սկսենք մրցումներ եւ կարողանանք ուրեմն այդ ընտրողական մի համակարգ ձևավորել, որպեսզի ընտրենք մեր հանրապետություն լավագույններին, եւ բացի դրանից այդ մրցումները թույլ կտան ավելի ակտիվացնել մեր աշխատանքը, մեր ֆեդերացիան, մեր ուրեմն նաև լավ առումով ոգևորել մեր ուրեմն ռեստորատորներին, եւ նրանք նախապատրաստվում են համաշխարհային այդ մեծ միջոցառմանը, որը, ինչպես ասեց արդեն պարոն Ռաբինովիչը, կլինի Բուլղարիայում եկող տարի մայիսին։ Մենք այսօր ձեզ նաև կտրամադրենք տոմսեր, նվեր կտանք տոմսեր այդ միջոցառման համար։ Ну, я так понимаю, пауза не должна затягиваться. Я хочу сказать, что команда Армении, Федерация Армении и команда от Армении будет участвовать в чемпионате мира в Болгарии, одна из 12, поскольку на первом чемпионате, не будучи еще как бы федерацией, участвовала команда Армении. Это были этнические с паспортами представители страны, но проживающие в Москве, в Санкт-Петербурге, это была сборная, они отлично выступили и были как бы одни из великих. Вот в те 12, топ-12 команд, которые будут участвовать в Болгарии, команда Армении входит. То есть будет зачем следить, будет что освещать. И вот в этой связи мне неудивительно, поскольку Армения, ну, я только что объехал Кыргызстан, Грузию, и, извините, был в Азербайджане, такая работа, я всегда извиняюсь здесь в Армении. Вот, был форум достаточно большой, президентский. У меня основная работа как бы чуть-чуть отличается. А вот мне неудивительно то, что именно представитель армянского народа стал вице-президентом Евразийской федерации ресторанного спорта. У нас отдельно выделена Евразийская федерация, это 52 страны на сегодня. Это еще дополнительные отдельные турниры высшего уровня. И вот мой замечательный друг, человек, умудренный должностями, но как бы уже в отставке в этом деле, мы предложили в свое время, не ошиблись, я считаю, Симак Саакян, он вице-президент Евразийской федерации ресторанного спорта. И пару слов, я думаю, о чемпионате мира, я думаю, надо пригласить и раскрыть карты по турниру 21 года. Ереван. Спасибо, Гарбер. Шнуровали бы здесь.
ճիշտ նշանակման համար, որտեղ առաջ դեմքից շատ բան է կախված, ես ուրախ եմ, որ հենց ձեզ ընտրեցինք նախագահ, մեր հարգարժան ընկերոջը համար պատական չի, որ առաջի խոհարարը մեր երկրի, մեր հանրապետության փոխնախագահ, հրավիրում եմ ձեզ աշխարհի առավելությանը, կայարնալիք ուրեմն 2020 թվականի մայիսի 15-ից 17-ը Բուլղարիայում, ու հույս եմ տածում, ներշնչում, որ գիտեմ, որ մեր հանրապետությունը լավ ներկայացնենք ու գրավի առաջի տեղը, հավատացով համոզված եմ, հենց որ առաջ Հայաստանը։ Այո։ Սյունը։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն ակնել, но хочу я выразить свое высказание. Спасибо за то, что подключили Армению в это дело. Ես շատ ուրախ եմ, եւ ուրախ եմ նրա համար, որ յուրաքանչյուր առիթ եւ յուրաքանչյուր հնարավորություն մենք պարտավոր ենք օգտագործել մեր ազգային մշակույթը ներկայացնելու համար։ Մեր ազգային խոհանոցը ազգային մշակույթի ժառանգություն է եւ ողջնական ժառանգություն է, եւ մենք պարտավոր ենք ուղղակի առիթը բաց թողնել եւ ներկայացնել աշխարհում։ Մենք շատ ասելիք ունենք խորհրդարական աշխարհում, եւ տեսեք, նույնիսկ պարոն Ռավենովիչը ասեց, որ այլ երկրների մասնագիտների մեջ մեծ թիվ են կազմում հայ մասնագիտները, բայց Հայաստանը չեն ներկայացնում։ Եվ այդպես միշտ եղել է ընդհանրապես խորհրդարական մրցումներում, ռեստորանային մրցումներում եւ այլ, նույնիսկ սպորտային մրցումներում դուք տեսնում եք, որ շատ ու շատ հայ ազգության հայ ներկայացուցիչներ ներկայացնում են այլ երկրներ, եւ սա, ինչպես նշեցի, եւս մեկ առիթ է, որպեսզի մենք կարողանանք զարգ տալ ոչ միայն խորհրդի զարգացման, այլ նաեւ ընդհանուր ռեստորանային մշակույթի, եւ իր հետեւից այս ամեն ինչը կտանի մեր տնտեսության զարգացմանը, զբոսաշրջության ակտիվացմանը, եւ ընդհանրապես մեր խորհրդի մասին վերաբերմունքը, որը արդեն սկսել է փոխվել, այլ ավելի փոխվի, եւ մենք հնարավորություն կունենանք համաշխարհային խորհրդարական ասպարեզում մեր թափուր տեղը զբաղեցնելու։ Սա շատ կարևոր է։ Այնպես որ շնորհավորում եմ ես մեզ բոլորիս եւ ձեզ, սա մի երևույթ է, որը պիտի ուղղակի ողջունվի, եւ շատ կուզենամ, որ նաեւ մարդկանց մոտ, ովքեր հնարավորություններ ունեն, ովքեր միջոցներ ունեն, ովքեր ում հետաքրքրում է մեր մշակութային ժառանգության ներկայացումը այլ երկրներում, սատարեն եւ կարողանան նաեւ մեզ սատար կանգնել, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կան։ Как все рестораны могут участвовать в этих чемпионатах, или есть какие-то степени, критерии, как можно участвовать и к кому обратиться? Отвечая на ваш вопрос, почему так быстро, поскольку я учился у Михаила Тимофеевича Калашникова, так получилось, мой учитель замечательный, и скорость реакции как полет пули. Вот, являюсь конструктором. А вопрос задается постоянно. Мы не занимаемся ресторанами. Мы занимаемся ресторанным спортом. По-старо-французски спорт в переводе игра развлечения. Чем мы занимаемся? Игрой развлечения. Луи XI. Мы политикой не занимаемся. Но поварское искусство началось с политики. Луи XI возил с собой в обозе не представительниц древнейшей профессии, как это говорится, а шефов, поваров. Они накрывали, король Англии покушал, соусы великие. И как не подписать договор, правильно? То есть рестораны могут входить в федерацию. Рестораны могут представлять команды, так Борисович, к их услугам. Участвовать в отборочных соревнованиях. Борис, почему сам расскажешь? Отборочных соревнованиях на чемпионат мира и так далее, и так далее. То есть представляют, да, у нас будет уже 21 год, мы ведем переговоры, вернее, уже с нами идут переговоры Арабские Эмираты, один из 5 высочайшего уровня шейхов Арабских Эмиратов о проведении в 21 году уже Кубка мира. Кубок мира – это нечто другое, это уже не сборная,
команды стран, это конкретно представители ресторанов. Участвуют в 12, пока мы не разработали, я не могу говорить о как бы, положении турнира, но там все должно быть на уровне, как бы, ну, как любят Арабские Эмираты. Вот. Поэтому мы ресторанами занимаемся опосредованно. Мы храним кухню, мы как бы популяризируем кухню стран, к примеру, по всему миру. У нас первый чемпионат выступали не специально жребий. На одной сцене это был, если вы Большой театр представляете, это был ресторан чуть больше раза в два Большого театра. 6-й павильон Ленэкспо. Это все ярусы, все кушали, огромная сцена, на ней готовили, вот это все действие шло там. Первый чемпионат были гала-концерты, открытие-закрытие со звездами. Причем армянская звезда, танцовщик мирового уровня, танцевал такой вот, красивых лампочках, танцует он в Лос-Анджелесе. Вот. Это шоу, это действо, поэтому там будут уже в Арабских Эмиратах рестораны, сейчас сборная. Вот. Еще хочу, наверное, объявить, это уже не секрет, поскольку у нас в новом формате пойдут отборочные соревнования, это приложение вот армянской стороны, мы с восторгом поддержали, гениальная идея, онлайн, не онлайн, а в записи пойдут отборочные соревнования в Армении на чемпионат мира. И открою секрет, 21 год мы уже согласовали, мы уже поддержали, уже есть спонсоры, и у вас, имеется в виду, в стране и за пределами, это 21 год, октябрь месяц, дату мы как бы выберем, это будет открытый чемпионат Армении по ресторанному спорту, куда уже дали согласие приехать Израиль и команда России, уже, вот мы этим занимались 2 дня назад, уже 2 команды, то есть ограничений со стороны внешних приездов не будет, я думаю. Хоть 10, хоть 20 пусть приезжают. Чем больше, тем лучше. Но от Армении участвуют 6 команд, поскольку это все-таки чемпионат Армении. 21 год будет, еще раз говорю, 12 турниров с высочайшего уровня. Это рейтинг, вот отвечаю на ваш вопрос. Сейчас одна из величайших компаний айтишных мира, я озвучу сразу, сколько мы отдали, $500 000 на создание платформы, сайта, то есть не будет сайта Армения там и так далее, команда, единый сайт мировой, ну как NHL, зайдите в NHL на сайт, поймете, там и рейтинги, и все, $500 000. Не российских рублей, не наших армянских, хороших, кстати, рублей, такие большие деньги, мне очень нравятся. Вот. И цены низкие, кстати, респект. Вот. То есть мы работаем по развитию. У нас лучшие шефы мира. Вот. Я сам кулинарно только дома. Чуть пожарить там, так далее. Вот. Это не то, что хобби. Вот. А основная работа моя чуть-чуть другая. Я уже 6 лет. Почему так быстро все развивается? Возглавляю, ну как это говорят в мире, частное ЮНЕСКО. Вот, поэтому International Rating Center – это и свой список объектов, мы вот в Межпарламентской ассамблее познакомились с этим. Это и список объектов духовного наследия, это эпос Манас от Кыргызстана, который мы в ЮНЕСКО завели и в свое время помогли. Это, простите, моя уже внеплановая работа, поскольку у меня прадедушку закопали в 1941 году. Он неудачно оказался евреем, второе – коммунистом, 3 в 1, и третье – борцом сопротивления. В 1941 году под Киевом его закопали вместе с его группой. Вот, и мне немецкие товарищи, а у нас там Всемирный конгресс стран народов против геноцида, который я возглавляю, Фортинцендер, то есть президент одно из вот, глобальных мероприятий в Гамбурге, мы вынесли как предложение, почему я об этом говорю, не просто так, это было некоторое время назад, знаете, когда мы вынесли предложение о внесении в Бундестаг рассмотрения положения о признании геноцида армян. И если кто-то из журналистов читал в те времена Süddeutsche Zeitung, то написали очень смешно, ну, для них, для нас это нормально, а то, что не смогли сделать за 102 года армяне, ну, признание геноцида в Бундестаге, они же заплатили за все немцы, за месяц сделали евреи, ну, намекнули на меня. Вот. Поэтому вот это... Рестораны спорт, это производная была 20 с лишним года назад, это родилось в Грузии, это все по-взрослому прошло, и мы вот топ-20 сейчас развились. Чем это хорошо в моем понимании, вот тут есть великий шеф, и он больше всех понимает. Мы единственный вид спорта в мире, который продвигает ценности рабочих профессий, на минуточку. Шеф, повар, это повар.
Официант – это официант, человек, который трудится каждый день. Сомелье или бармен и так далее – это рабочая профессия. Все, что вокруг, все рабочее. Плюс ко всему, наши кредо, и почему мы как бы по основной работе продвигаем, это культура, культура кухни, кулинария. Вот я смотрю, как бьется, натурально бьется по миру вот этот замечательный человек, почему мы и познакомились. 6 числа были наши друзья из Федерации ательеров и рестораторов России. Здесь был отличный, как бы небольшой междусобойчик. Почему междусобойчик? Потому что это нигде ничего не освещается. Хорошо. Вот извините, то, что мы проводим мероприятия, знают и в Азербайджане, и в Соединенных Штатах. У нас первый чемпионат мира, и второй было, на минуточку, журналисты меня поймут, 1 000 000 000 просмотров. Кто может похвастаться, кроме хоккея и футбола? Объясню почему. Китайская страна замечательная, Китай, послали команду на первый чемпионат, началось все с этого. Партбилеты на стол они положили, все по-взрослому было. Я не знаю, они не заняли первое место, потому что их расстреляли. Вот, ну, об этом не говорю. Но самое главное, нас освещали Синхуа и первый канал китайского телевидения. Там для российского Яндекса, Яндекс знает, что такое. Мы были топ-5 три дня подряд. У нас одним из руководителей оргкомитета мы сделали француза, герцога де Артаньяна. Ну, с его предков написали известное произведение. То есть он выступил в торгово-промышленной палате России, и народ просто, ну... Я объясню, я хоккеист, я футболист, поэтому я вот этих людей привлекаю, как бы это мой младший партнер, я, извините, стоял на воротах и так далее. Это прямые связи, но самое главное, нас окружают очень хорошие люди. Вот я хочу сказать о людях. Вот здесь просто, как вот Симак любит мой... Товарищи говорит, братья, вот, в Армении это братья, это замечательная страна, хлебосольная. Я объехал весь мир, мы в Нигерии, кстати, вот сейчас на фоне создаем федерацию, у нас Нигерия и Македония на подходе. Самая вкусная страна, я отвечаю, 9 раз был за 1.5 года в Грузии, мы планировали там чемпионаты, вот, но чутье меня не подвело, наверное, все-таки из Иерусалима ощущаю. За 2 недели до того, как христиане начали христиан бить бейсбольными битами, известное событие, я перенес в Болгарию. Я не знал, вот честно. Давайте в Болгарию. Как-то мне подсказало, я как-то угадал. Иначе бы никто туда не прилетел, там самолеты кое-где не летают. Ну и вот это вот само действие меня как-то потом напрягло, поскольку весь христианский мир напрягло, я думаю, и всех остальных. Вот мы в политику не лезем. Хотя, ну вот еще раз говорю, там Луи XI и занимался. Еще одно интервью с Deutsche Zeitung, сразу, может быть, есть вопрос, отношение к допингу и прочему. Есть интервью, скандальное достаточно, в то же время взяли, я сказал, да нормально относимся мы к допингу. Вот, хотя нам предложили, мы сейчас, по-моему, кандидаты приходить в олимпийское движение. А почему? У нас каждый 5-й, 6-й повар, он диабетик. Ну, они толстенькие все, вот, не как наши. Вот, они все толстенькие, у них диабет, и они колются. Я говорю, они колются. Первое, что мы можем последить? Но самое основное, любой, вы даже на кухне берете щепотку вашей замечательной армянской соли и так далее, и солите, и лижете на глаз. Ой, на язык, и на глаз смотрите. Как мы можем проконтролировать там допинг, не допинг? Я говорю, мы не против допинга. Друзья мои, задайте вопросы вот вашим руководителям. Նորա այստան հարստանկերություն, այդ ինձ հետաքրքիր է չեմպիոնատին մրցելու են իմ խոհարարները, թե այլ ինչ-որ նոմինացիաներ են լինելու, այստեղ խոսվեց նաև այդ հատ աշխատողների մասին, դա մեկ, և երկրորդ նաև խոսեցինք ադրբեջանցիների և թուրքերի այդ պայքարի, մեր ուտելիքների համար պայքարի մասին, այս մասով արդյոք եղել են ինչ-որ կոնկրետ ուտելիքների հետ կապված գուցե Արդյոք խոսակցությունների մասին թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ։ Դուք ինչ կոնկրետ ուշակների մասին դուք պատասխանի մեր Մանուկյանը, իսկ առաջի հարցի կեսը դուք պատասխանեք, հա՞։ Կարամ ասեմ, որ Ռուսաստանում իրանք ուզում էին տարածեին, որ Դորման իրացնա։ Մենք ինք մատուցող և բարմեն կամ սոմելի, այսինքն գինու մասնագետ։
եւ թիմն է մասնակցելու։ Մենք կանենք Հայաստանում նախընտրական մրցումներ եւ այդտեղի այդտեղ կընտրենք լավագույններին եւ կներկայացնենք այնտեղ լավագույն ձևով։ Ինչ վերաբերում է խոհանոցի կամ կերակուրների կամ կերակրատեսակների յուրացմանը, յուրացնել, կարող են յուրացնել այն կերակուրները, որոնք մենք աչքաթող ենք արել, որոնք մենք չենք օգտագործում, որոնք մենք մերը չենք համարում։ Ո՞նց կարող է, եթե մենք մերը համարենք, ուրիշը յուրացնի։ Այսինքն յուրացնելը ինչ նշանակում։ Պատրաստ են, չէ՞։ Իրանք դի պատրաստ են իրենց մոտ։ Հետո պատրաստ են, մենք էլ ենք պատրաստում։ Ինչ են, իրանք ասում են մերն, մենք էլ ասում ենք մերն։ Հետո բա այդ բարձրագույն դատական այդ աստիճանը, որ կնի քաղվում, որ սրանանա, սա լրի մանիպուլատիվ բաներ են։ Եվ ամենակարևորը, տեսեք, եթե մենք ուսումնասիրում ենք, որ կերակրատեսակների վրա են հատկապես անում, սրանք այն կերակուրներն են, որոնց պատրաստելը ուղղակի մեր կենցաղավորության ձևն է ցույց տալիս։ Եթե մենք մեր կենցաղավորության ձևից դուրս գանք, իսկ մենք կամաց-կամաց այնքան էլ մոդիկ չենք մենք մեր նախնական կենցաղավորության ձևին։ Մենք շատ ուժեղ օտարամոլ ենք դարձել ամեն ինչում, այդու նաև խոհանոցի միջոցով, այդու նաև մեր այլ մշակութային ոճերի ձևերի մեջ։ Հիմա այսօր մենք ինքներս ենք առաջ տանում այլ կերակուրներ, այլ խոհանոցի կերակուրներ մեր ռեստորաններում, ով աստիպում մեզ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կամ թուրքը, թե ադրբեջանցին, ո՞ր, մենք շատ փող տվեք, մենք կսկսենք լուսաբանել կամ տարածել պիցան, պաստան, չգիտեմ, խինկալին, կարևոր չի, գիտեք ընդհանրապես թե ումն ասա, եւ այստեղ թիրախավորը թուրքը, եթե մենք մերը չենք պահում, հեչ կարևոր չի, թե ով ա վերցնում։ Ու բոլորը կվերցնեն, դուք եթե հիմա այս հերախոսը տեր չունենաս, կվերցնեմ գրպանը։ Իհարկե, իսկ իման չեմ անի, ես կտակի բանը, բայց եթե արժեք ա ներկայացնում, դուք կվերցնեք գնա։ Այնպես որ այստեղ թիրախավորը պետք չի, մենք շատ երկար շփվում ենք, հարաբերվում ենք եւ Ադրբեջանի խորհրդարանական այդպես ղեկավարների հետ։ Եվ այդ շփումները այնպես է, որ շփվում ես ինձ համար գոնե շփվում եմ շփվելու համար։ Այնտեղ իրենց բացատրելու, ասել ոչինչ չկա։ Եվ ոչ այդպիսի ատյան չկա, որ գնաք ասեք, գիտեք ինչ, այս կերակրատեսական անձնագիրի մեջ գրված է, ծնվել է Հայաստանում Լոռու մարզում։ Էլ չասեմ, որ ընդհանրապես պետականորեն մենք ամրագրված խոհանոց չունենք։ Այնինչ ունեցել են սովետական միության 15 հանրապետությունները դեռ 80-ական թվականներին, այնինչ արել են պետականորեն ամրագրելով իրենց խոհանոցը 30-35 կերակրած։ Մենք չենք արել։ Սովետական միության ժամանակ չարեցինք, այս անցած 30 տարվա մեջ չարեցինք։ Հիմա մենք ներկայացրել ենք մի ծրագիր, շուտով ներկայացնենք, կարողացել ենք, որ հասկանալի դառնա, որ այդ ո՞րն է մերը։ Այդ ո՞րն է մերը։ Մենք պետականորեն չենք ասում, ոչ մի կերակուր չենք ասել մերն է, այդ ինչ ենք ասում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մեզ մերն է, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն լավաշի մասին տեսակ։ Այնտեղ որ մեկը հարցնել ներողություն, դուք ամրագրել եք ձեր, ինչ են ասել, ոչինչ չեն ասել, որտեղ ամրագրած բան չկա։ Ավելին ասել, ուսումնական ձեռնարկի մեջ ապագա հաստուխի մի բառ խո լավաշի մասին չկա։ Այսինքն լավաշ ապագա հաստուխը մեր ոչ չի սովորում լավաշի մասին ոչինչ։ Ինչ արի, ինչ կարիք կա գնալ ունեք համիները։ Սա խորը թեմա է, շատ։ Я поскольку знаю, да, вопрос надо. Да, сейчас вопрос ваш, да? Буквально коротко, я поскольку мой родной язык второй это армянский, я всё понял, естественно. А вот я хочу сказать то, что вот у нас на первом чемпионате мира так получилось по жребию выступали ещё раз команды Азербайджана, Армении и, по-моему, там, ну неважно, третья. В раз. Другая сборка была, три команды у нас тогда, сейчас по две, участвовали, это Пакистан и Израиль. Я не знаю, что страшнее, да, в политике. Вот, вы понимаете. Но все закончилось хорошо. И вот по скрипту, ваши, наши, ребята, все вкусно. Я объясню. Все знают, вот еврейская кухня, это нет еврейской кухни, я вам отвечаю, как специалист, вообще нет. Назовите хоть одно блюдо, которое действительно изобретено евреями. Ни одного. И мы это называем еврейской кухней. Но мы все знаем, что лаваш, извините, он армянский. Но мы его и в Грузии кушаем прекрасно, и так далее, и так далее, и так далее. Сыр у вас вкуснее, по-любому. Я как бы вот все объехал. Сыр армянский, хоть и называют там грузинским, да, сыром в Грузии.
Но армянский сыр, он вкуснее и так далее, и так далее. Возьми долю ресторанным, а ну сулигун. Да, я предлагаю, политику, мы стремимся к миру лет там через 100, когда все будет общее, президент-руководитель будет один, кухня будет общая и так далее, и так далее. Давайте как-то вот в этом плане и ваш вопрос. Нет, я хочу дополнить ответ, да? На вопрос журналиста. Значит, ասեմ, որ մենք ունենալու ենք ընտրական փուլ, նախ պետք է մրցեն իրար հետ բոլոր, ով ցանկանում են սկզբից, դա առաջի փուլն է, երբ որ մեր տարածաշրջաններում, այսինքն նախկին Հայաստանի շրջաններում կանցկացվեն այդպիսի ընտրական փուլեր, հետո նոր արդեն մարզային մակարդակում, իհարկե ոչ բոլորը կարող են մասնակցել, այլ կարող են մասնակցել միայն այն ռեստորանները, այն կոլեկտիվները, ովքեր արդեն անցել են առաջին ընտրական փուլը. Եվ նոր մենք կընտրենք այն թիմը, որը որ կներկայացնի Հայաստանը, դա ուրեմն ֆեդերացիան կունենա իր ժյուրին, ես կարծում եմ, որ մեր փորձառու վարպետը կկազմի այնպիսի ուրեմն մասնագետներից կազմված ժյուրի, որը որ կկարողանա ամենաճիշտ օբյեկտիվ ձևով ընտրել, դա արդեն մասնագիտական հարց է, ընտրել այդ մասնագետներին, ովքեր կներկայացնեն երկիրը։ Այլ հարցեր, Мне интересно, сколько стран на данный момент входят в Международную Федерацию и по какому принципу были избраны 12 стран, которые будут участвовать в чемпионате? Отвечаю на ваш вопрос сразу. На сегодня я уже объявил, это 27-я федерация плюс Евразийская федерация ресторанов, плюс Всемирная федерация ресторанов спорта, но уже дальше мы двигаемся далее. Отбор команд у нас, чемпионат мира идет стандартно, 12 стран мира участвуют. Как правило, страна-участник стоит две команды, то есть 11 стран мира. До того первый чемпионат это было назначение. Второй чемпионат это было уже по рейтингу небольшому, третий уже по большому рейтингу. 21 год у нас уже 20-й, я говорил, у нас платформа готовится, и у нас будет все по принципам достаточно, которые не надо изобретать. Это FIFA, NHL и так далее, и так далее. Это и перстни у нас президентские, и знаки у нас, ювелирки в первых призах, и вторых, третьих. То есть мы решили завалить наш вид спорта бриллиантами, золотом, платиной и так далее, и так далее. Но это очень мотивируется к высокой, хорошей, и вкусными продуктами. Мы за экологию. То есть мы плотно работаем с экологическими комитетами Российской торгово-промышленной палаты, Московской, я думаю, Грузинской и так далее. То есть экология это прежде всего. Вот. 21 год уже будет все по-взрослому, только по участию. 12 турниров высшего уровня, страны поучаствовали, но Кубок мира смотрели по биатлону, к примеру. Кому нужен был этот вид спорта? Я сам маленько занимался так любительски. Когда просто бегали и там стреляли где-то раз-два. Сейчас стреляют 4 раза, даже коротенькие вот эти 12 километров, уже 4 раза. И уже смотрят, и уже так далее. Все забыли, что этот вид спорта никому не нужен был. У нас то же самое. У нас 12 лучших по рейтингу команд. Если команда Армении победила на одном из 12 турниров, неважно каком, пред чемпионатом мира, она получила квоту. Если команда Армении выиграла 3 вторых места, или там 2 вторых, 1 третье на турнирах, по совокупности, по рейтингу, она получила квоту. Если команда Азербайджана заняла 4 место, но 11 раз подряд, она не получила квоту, поскольку она не вошла в рейтинг и так далее, и так далее. То есть все по-честному. Судьи у нас такие великие, как Томас Гуглер, Виктор Беляев, Михаил Шишов, Красичуков. Это первое уровня люди в области кулинарии, барменского искусства мира и так далее, и так далее. У нас все по-честному. Взяток не берем, только даем. Да, но если в Армении это придумали, да, если надо победить коррупцию, надо ее возглавить. Да? Вот, вот эти билеты, это эксклюзив, это билеты на все 3 дня соревнований, ну, стоимость каждого 60 евро, для тех, кто покупает, это на каждый день 20 евро. Мы приняли решение, это с вашего согласия, это взятка. А каждому корреспонденту, да, вот наш, каждому корреспонденту по 2 билета, поскольку, ну, если один поедет, то, там, ну да, но это же взятка. Да, да, вы запишите 120 евро. На самом деле мы все считаем. Не-не, этому молодому человеку не надо, он не корреспондент, я знаю.
вот, только корреспондентам. И ребятам, которые снимают. Вчера мы сняли передачу великолепную. Есть программа «Федерация», которая вот, «Федерация ресторанов спорта», уже 17 их. Мы сняли в свое время в Минске, вот только что в Кыргызстане вышло, господи, в Болгарии сняли, и вчера мы сняли на фабрике ковров, наш замечательный шеф готовил, буквально в понедельник она будет, вторник готова, вы ее увидите на YouTube-канале, я думаю, это будет лучшая передача, вот, популяризации и так далее, и так далее. Да, конечно. Да. Объясните, пожалуйста. Меня можно товарищ называть. Я советский. Вот смотрите, когда мы смотрим хоккей или футбол, там ясно. Забили гол или шайбу, все, очок даем. А как вот, ну, жюри кушает, все очень вкусно. Как они решают победителя? А как вы смотрите танцевальный турнир? Не смотрю. Ну, посмотрите, вот как они... Не, стоп. Фигурное катание. Причем не спортивные, там, а вот когда танцуют и так далее, как они решают. Вот точно так же. У нас 3-5 судей, суперпрофессионалы, которым, извините, $1 000 000 дашь, они тебя пошлют и еще этим тесаком своим кинут. Вот очень принципиально. Шефы, повара, вот принципиальные людей, чем эти люди, не бывают. Они маленько уж закроют уши, они маленько не от мира всего, они великие просто. Вот. Это целый, как бы, у нас 5 степеней оценки. Это скорость, качество, вкус. У нас бокс определенный, это аутентичность этому боксу, это продукты определенные. Это привнесенное, это обязательно национальное. То есть вот у нас первый чемпионат мира были Рататуй, первое соревнование, первое задание. И плюс салат там с индейкой подкопченой. Столько рататуев, я не представляю, что они существовали. Ну, рататуй, чего проще-то, да? Вот за сутки все узнали задание, все, но настолько все было разнообразно, там господин Беляев ходил просто, ну, так не бывает. Даже вот эти все великие а-ля русы, прочее, там, кулинарные у Гуглера, ну, извините, они в этом плане отдохнули. Хотя мы вместе, мы с Ваксом вместе, мы как бы общаемся и дружим, и вместе работаем. Еще ваксовские судьи у нас судят. Вот, вот направление такое у нас. Направление такое, то, что судейство у нас идет по 5 степеням, и все оценивается. То есть это все не субъективно совершенно. Это все профессионально. ВАКС, АВАК, ХОРАНИНЯ, МАШАРАЙН, АССОЦИАЦИЯН, ВАКС. Это более чем серьезная организация. Мы с ними офигели. Шефери, вещи. Я цехал. А на национальном уровне федерация имеет возможность присваивать звезды ресторанам, как Мишлен? Нет, отвечу на ваш вопрос. У нас до того еще, ну вот так получилось, я совместно встречался с Мишлен. Там долгая история. А, нет, она интересная. Есть такой великий художник, ты, дорогой мой, был в Межпарламентской ассамблее на его выставке. И зовут его, как ни странно, Филипп Массис. А дедушка его ноги сделал в 12 году, как знал, во Францию, до того, как начались проявления геноцида. А он великий художник, когда я с ним познакомился, он еще не был таким великим, а сейчас он висит и в Лувре, его работы, и Жорж Помпиду, Филипп Массис, это его фамилия. Но он француз до мозга костей, жена француженка в банке Ротшильд, там второй человек, молодая. Ну, неважно. Речь идет о том, что он познакомил в свое время меня с Пьером Карденом. Издалека, да? Затем по работе и к нам один из великих, трех великих домов, Реми Мартин, вошел. С Реми Мартин. А потом хозяин Реми Мартин, с которым мы проводили экспертизу его коньяков, я сам лично был экспертом. Понятно, да? Начинали там 90 лет и так далее, когда Квиасоп, шеф меня поймет, добрались, то я разницу что не понимал. Вот, ну ладно. Речь идет о том, что тот меня познакомил с хозяином Мишлен. На встрече там хорошее застолье было, было сказано, я говорю, вот красный гид, говорю, Мишлен. Ребята, говорят, мы до сих пор производим авторезину. Все, а это, говорю, у нас этих гидов, если журналисты уже не в курсе, только во Франции точно таких же, 100 гидов. Мы, говорит, работаем локально, я говорю, вот в России будет хотя бы один ресторан со звездами Мишлен. Нет, а зачем нам это надо? Мы уже, говорит, издеваемся над людьми. Мы дали корейскому фастфуду одну звезду Мишлен. И народ стал за булочками фастфудовскими в очередь. Мы проговорили следующее. Я проговорил, дорогие друзья, вот у вас высокая кухня, а мы, израильтяне, намного не претендуем, хотя в итоге получилось намного.
Давайте, вот будет у нас своя звездность. Вот, кстати, на билетах увидите, звезды есть. У нас бриллианты. Ну, Израиль, бриллианты, Бурса. Вот они, это звездность, 5 звезд, 5 бриллиантов. А давайте у нас будет своя звездность, основанная на гостеприимстве и безопасности. Ну, что лучше, чем гостеприимство? Ну, для Израиля безопасность. Они сказали, да, давайте вместе сосуществовать. Мы не хотели подраться, конечно, я шучу, но у нас на сегодня порядка, если зайти на сайт, 100 заведений. В отличие от Мишлен, мы берем в Европе 500 евро за экспертизу официально, причем приходят, мы не едим, мы их не разоряем на еду, мы спокойно смотрим заведения и так далее, оценим меню, прочее, прочее. Это комплекс тоже, и ходят тоже специалисты, в основном ваксовские, кстати говоря. Поэтому победители чемпионатов автоматически получают пожизненное представители, шефы, по шефу идет 5 звезд по линии International Rating Center, вот эта организация честная ЮНЕСКО. Ну а Пармен, если Айк Борисович захочет открыть представительство International Rating Center, звезд International Rating Center, мы ничего не будем иметь против. Почему бы в Армении не появиться в своей как бы, структуре? Мы будем только за. Մենք պարտադիր մեր ազգային չափորոշիչները կդնանք։ Տեսեք, իրավ Ռուսաստանի չի նաև պետք ինձ միշտ ունենք։ Մենք ունենք մեր չափորոշիչները, պետք է դնանք մեր չափորոշիչները եւ մեր հանրային սննդի օբյեկտները, հանրային սննդի օբյեկտները մաշատողների, խորհարարների, պետք է մեր չափորոշիչը գնահատենք։ Այստեղ էլ պրինցիպիալ դու շատ պրինցիպիալ բան կա։ Միշտինովսկի որ ասում են, դա չի նշանակում որ դեսենիչ։ Դեռ բավականին հարցեր կա։ Այնպես որ ճանապարհը մեր է ստեղծելու և ինքնուրույն դեմքով մեր կայանալ համաշխարհային խորհրդարանական ասպարեզում։ Սա է ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ ուրիշի դեմքով ուրիշի խաղի կանոններով չես կարող։ Դու բաների մասին ասես, մեր ամեն գյուղում հազարավոր բաների տեսակներ են։ Ֆրանսիան ինչ արեց, աշխարհի բլեֆն էր, որ մսի գինու հետ բաներն են ուտում։ Կարմիր գինու հետ բաներ չեն ուտում, սխալ բան։ Բայց արեց իրա մարքեթինգային քարը տարբեր բաների բաներն էլ ամեն ինչ որ փաթեթավորեց ու արեց այդ։ Որովհետև կը բանը բաները քիքը ծածկով է։ Համայն հատկանիշները ծածկով է, իսկ կարմին գինին դա փունջա, դու պիտի զգաս կարմին գինին չեն տակ խմում։ Եվ վերանի մեջ բանը որ զգան համերը։ Եթե բաները սնու բաները ծածկում են համը։ Եվ մենք կարող ենք վերել փաստեր մատենադարինի մեր պատմիչների, որ կարմիր պանիր ուտում են այն գինու հետ, որի որակի վրա կասկածում են։ Հինգերորդ դարի տվյալն են կարող ենք վերել։ Բայց արեցին ու գնաս տարավ, քարշակի նման տարավ պաների արտադրությունը գինու հետ։ Друзья мои, я предлагаю, все уже время просто горят, близится, задать самый провокационный вопрос. Ну, давайте удивите чем-нибудь. Я не знаю, как-то неинтересно, все по-братски, как-то, как я в Армению приехал и не уеду отсюда. Я просто не уеду, пока не будут провокационные вопросы. Вот девушка, она знает, что задать, я знаю. Да, давайте. А вы скажите, какой вопрос вы хотели бы, чтобы вам задали? Да я даже не знаю. Любой. Нету провокации. Ну ладно, тогда провокации нет, тогда... Слушайте, уродливое место в Ереване там, где нас нет. Куда мы приезжаем, везде хорошо. Самая невкусная кухня. Самая невкусная кухня. Я только относительно себя. Я не люблю вот Вьетнам, кузнечиков, вот эти вот яйца, которые там годами лежат в земле и так далее. Я за эстетику. А эстетика это все-таки вот Кавказ и вот Армянская долина, правильно называют? Араратская долина и так далее. Армянская Нагорье. Да, вот это самая вкусная кухня. Наверное, все-таки горы, воздух и так далее. И украли друг у друга, не украли блюдо. А получилось-то лучше всех. Поэтому вот это здорово. Давайте еще взятками продолжим. Это вот журнал, который я 15 лет выпускаю. Кстати, наши армянские друзья были, даже министр обороны ваш был. Это дарю, поэтому ну, кому попало. Это уже другим. Это пьеса, которую я все время написал. Сейчас идут репетиции. Все актеры российские известные участвуют. И вот кому-то двум повезло, забирайте со всеми автографами, раздавайте. Вот. Ну и вам повезло еще больше. Тут я 80-е в конце, до аспирантуры своей, занимался вот как раз вот этим оружием К-76.
занимался музыкой активно, там Андрей Макаревич, можешь помнить, это, и группа «Алекс» была, меня тоже не зря «Алекс» зовут, и вот лет 15 назад я альбом где-то в Финляндии издал, кому-то, я думаю, из девушек тоже пригодится. Все, взяток раздали. Спасибо. Спасибо, что пришли. Սիրում ենք այս գարեջուրը։